В Муромском институте Владимирского госуниверситета состоялся день открытых дверей для учащихся 10 классов. Будущих абитуриентов познакомили с образовательными программами вуза, а также рассказали, как увеличить свои шансы на поступление на престижную специальность. Подробности у Анастасии Беловой. У стендов факультета информационных технологий целая толпа заинтересованных школьников. IT-специальности набирают все большую популярность, а специалисты в этой области очень востребованы на рынке труда. Муромский институт готовит так называемых айтишников по 5 направлениям. Те, кто далек от сферы IT, внимательно слушают про машиностроение, техносферную безопасность или радиоэлектронику. В день открытых дверей свыше 550 школьников из Мурома, а также других городов Владимирской и Нижегородской областей знакомятся с образовательными программами 5 факультетов института. Площадки мероприятия разделены на 2 блока – гуманитарный и технический. Первая группа у нас специальности – это где необходимо сдавать ЕГЭ профильная математика, физика, информатика, химия. Ну, грубо говоря, это технический блок специальностей. Там представлено серьезное лабораторное оборудование у нас, которое используется сегодня в учебном процессе. И второй блок – это блок с так называемыми гуманитарными ЕГЭ, с набором ЕГЭ гуманитарного профиля. Это иностранный язык, биология, обществознание, история. Для ребят, которые еще не определились со своим будущим, время выбрать еще есть. В гостях у МИВЛГУ не только выпускники, но и ученики 9 и 10 классов. Им предстоит вместе с родителями обдумать, куда поступать и по каким предметам начать основательную подготовку. Как правило, у нас много лет мы уже готовим наших абитуриентов на наших подготовительных курсах. И это позволяет им сдавать, по крайней мере, ЕГЭ со 100% уверенностью на положительные оценки. Помимо этого, информацию мы также доводим до сведения абитуриентов о направлении среднепрофессионального образования. Это дает нам возможность именно сделать единый процесс образования, начиная от профессии на уровне СПО, затем высшее образование на уровне бакалавриата и продолжение высшего образования на уровне магистратуры. Муромский институт дает качественное образование не только по техническим, но и гуманитарным дисциплинам. На сегодняшний день профессии гуманитарного направления все больше конкурируют с точными науками. Юриспруденция, иностранные языки, экономика. Спрос у абитуриентов на них так же велик, как и на технические. Хочу поступить в МИВЛГУ на факультет или же торговое дело, или управление. Мне приглянулись эти предметы, потому что, во-первых, они гуманитарные, а больше я гуманитарий, хочется сдавать обществознание. Муромский институт – это престижные, востребованные специальности и возможность успешного трудоустройства. Кроме того, это насыщенная студенческая жизнь, наполненная не только серьезной наукой, но и широкими возможностями для творчества. Школьникам остается лишь сделать правильный выбор и уверенно шагать в будущее. Анастасия Белова, Александр Барсуков, Новости Муром.